Привет, YouTube, привет, друзья, hello, dears. Ребят, я очень-очень-очень сильно соскучился по вам, соскучился по реакциям на Димаша. Вчера я получил ссылку на тизер нового клипа и новой песни Димаша. Песня называется The Story of One Sky. А еще мне скинули пост, Димаш писал в YouTube, что это самый дорогой клип в мире. Я не знаю, это сарказм или это правда. Данную композицию он начал писать 3 года назад, и вот сейчас она готова. Правда, у нас пока только тизер. Если я понял правильно, клип будет длиться 12 минут. То есть это будет мини-фильм. Очень давно не делал реакции на Димаша, и я безумно рад, что он выпустил что-то новое. Ребят, давайте не будем тянуть время, посмотрим данный тизер. The Story of One Sky. Готовы? Фух, погнали. If you look into the eyes of a man from a neighboring country or religion, you will see the reflection of the enemy in them. Так, тут надо читать еще, ребят. The enemy for them. And what will lead us to peace? Love is only possible in the hearts of the strongest. You must be strong to accept freedom and bring it to the world. United forever. Насколько я понял, это тема войны. Lead everyone. Очень актуальная сейчас тема. Lie. Anyone who resists will not find a place next to us. I choose freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. War is the way to not people. Ребят, ну это правда смотрится как мини-фильм. Теперь я еще больше жду данный клип, данную песню. Очень актуальная тема в данный момент, тема войны. И я могу сказать, что Димаш еще больше вырос в наших глазах, как человек, как мыслитель. Я на 100% согласен с Димашем. Нет мира в войне, потому что война — это смерть. Я считаю, что это самый лучший ответ от Димаша на все вопросы, куда он пропал, почему он молчит. Вот, ребята, вам и ответ. Нет мира в войне, война — это смерть. Я очень рад, что он передает это все, говорит через свои песни, через свою музыку, через свое творчество. Уже по тизеру понятно, что данная работа очень глубокая, мне не терпится услышать песню, посмотреть полностью весь клип. Ребят, одним словом, я потрясен. Это очень эпично, это очень качественно, и я верю, что тут вложено немало денег в данный клип. Я уверен, что это того стоит. Ребят, пишите свое мнение в комментариях насчет данного тизера. Мне безумно интересно почитать ваши комментарии, ваше мнение. Давайте пообсуждаем. Ну а с вами мы увидимся в следующем видео. Всем хорошего дня. Пока!